Винни-Пух. Так, это место под названием Соль, в котором происходит иногда мероприятие. Раньше было больше, моя тень. А теперь все переехали в склад. Это небольшой предбанничек. С улицы ведущий двор такой ужасно убитый, но какой есть. Что ж, андеграунд. Входим. Входим, наблюдаем. Культурный слой просто поражает. Какая-то девушка с Нибиру. Такая штука на потолке, очень странная. Из кассет собранная. Арт-объект из кассет. А, вот ты где. Дима, Привет тебя. всем привет. Привет. Всем привет, да. Дима — это промоутер местный. Крутой Он диджей. Меня привез сюда. Отлично, кривляться, мы все любим кривляться. А то, рожки показать надо. Надо, надо. А я вот тебя потерял, хочу. Еще никакой вечеринки здесь, это будет припати. И посмотрим, что будет. Дальше проход. Вот в такой вот коридор. Тоже с арт-объектами, со всякими различными интересными. Человек какой-то замазанный с глазами. Тоже что-то такое интересное. Все это напоминает немножко родной Hello Hostel, но более хаотичный. Ну, то есть, если я через полчаса приеду. Да. А ты снимал там потолок, да, с кассетами? Да, обязательно. Молодец. Обязательно. Вот это явно старые афиши какие-то, возможно. Да, да, да. Здесь даже есть. А, вот... о, это же я вижу тут. Маша и Витя против Маша и... диких. Вот я как раз подумал, думал о том, что вот рисунки, которые там на потолке, они напоминают мне какой-то советский или журнал, или же мультик, блин, или что-то. Здесь, здесь такой футуризм советский. Так, Юрий дальше. Антонов пропал. Юрий Антонов пропал, мы его потеряли. Он был на этой сцене. Он был на этой сцене. Да. Он мечтал об этой сцене, но висел на сцене. Ну да. О! Вот он! Дед Мороз! Вот у нас тут предлагают пуговицы. Не желаете ли пуговицу? Это я вам привет машу рукой. Всякое. Сегодня припадки. Не понял. Естественно. Оп. Это будет. Это у нас барчик. Барчик такой небольшой здесь. Фокус, 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 фокус. Не фокус. А это значит, кто-то внизу, да, пришел? Вот я включаю. Валя. Привет. Отлично. Вот так. Да. Оно горит, там вообще есть сыпется. Вот там вот мойки, где шейма. Нет, это, конечно, болеет. Ну, вот как-то так. Так, стоп. Стоп. А почему он не говорит, не делает стоп? Он продолжает. Да. Потому что шоу must go on. Запись. Все, нет. Ну как его выключать? Это не мой фотоаппарат, просто смотри, здесь продолжается запись. Ее можно? Я пытался нажать верхнюю кнопку. Целый, целый, целый. Это видоискатель.